Все, что угрожает моей семье, это зло. Все, что может угрожать моему ребенку, моей жене, моим родителям, моим друзьям, это все зло. А зло должно быть наказано. Лучше со злом не соприкасаться. Чем меньше ты соприкасаешься со злом, тем меньше проникаешься злом. Потому что зло имеет, мне кажется, такое свойство очень... это же духовная тоже составляющая понятия зла, да? Это же тоже духовное понятие. Если ты начинаешь изучать зло, прикасаться часто к злу, не знаю, человек просто знает, наверное, мне кажется, каждый нормальный человек просто знает. Не знаю откуда, но это естественно. В человеку, в душу человеку заложено представление о зле. То есть убить человека, нанести ему оскорбление, да, сделать, ну как, уколоть его как-то так, подначить, это же все нехорошо.